чате Виталий Урон. Трансляция, с вами я, Антон Цакович. Как обычно, жду от вас активности в чатике. Гена Захаров. У Виталюра сегодня чуть пошире будет ротация, то есть, опять же, там на скамейке полноценная пятерка. Что касается Прометея, здесь, в первую очередь, нужно будет аккуратно играть на Коршука. Прогнали. Ратный звон, Паша опять теряет под кольцом, и легкие 2 балла. Забитый пропущенный. Ну, опять же, сначала общую разницу в матче, а сейчас Машков выписывает блокшот Мировщикову. Претендент, скажем так, на вылет в нижнюю. Ответный блокшот уже от Шуневича, вновь баскетболист ниже ростом накрывает оппонента. Ну, наконец, вот остановил эту блок-вечеринку Андрей Русак. Меняет добровольцев. Но опять же, смотрите, неплохо работает бэккорд Газпрома. Добровольский с помощью Люкевича переводит свою половину, получает размен с Коршуком. Здорово, на шагах забивает Максим. Классный евростеп. Еще даже длинный рук, да, Хатуров будет страховать Люкевича, то уже немножко проще решать будет Прометей в краске, а сейчас пробить издалека. Сегодня по плечку Юбенко, здорово, убрал мяч, перевесил оппонента, 2 балла. Добровольский, личный фейк, еще 2 балла. 15 уже у Максима, почти половина от баллов всей команды. Команды, ну, плюс-минус ровные, опять же, и соперники. Шевский сверху, туда его! Машко. Скачет снизу, кат, проспали от Баранова. Своевременная передача, добро пожаловать в хайлайты. Здорово сейчас исполнил 21 номер Талюра. Эвич. Здорово, на покате убирает сейчас Коршука, это точно будет в хайлайтах. Даблтим, ну нельзя, нельзя так оставлять. Конопатского этот забьет точно на равное. 33 секунды играть, не берут тайм-аут. Убивает до конца время. 9 секунд, пошел первый заслон, Машко на Коршука. Сразу же сам Денис бьет, куда? 4 секунды будет на ответ. Почти 5, 4.50, чтобы точно на ответ у Прометея. Скать, раз заслон, два. Передача, Добровольский вылавливает. Через руки, на овертайм, мимо. Русак на подборе. Уже все, выживает Виталюр. Подборе. И в одну передачу Лобар находит сейчас Зеленкова. Какой же блок шотище выписывает Херш. Размазано. Маковский по высокой радуге. Точно в цель через журавля. Залив. Хороший фейковый заслон. И еще 2 балла от журавля. 6 секунд будет разница между таймером атаки, даже немножечко раньше. Янчик у двоих вырывает подбор, еще поднимает вверх Казимирченко. Повезло, что промазал Казимирченко, потому что было бы 2 плюс 1, скорее всего. Латушка, хорошее взаимодействие через Николайчика, еще 2 балла. Если я ничего не путаю, то в 30 минутке Денис ни разу не забил. Вот только сейчас первая трешка, но это сложный бросок, опять же. Еще раз перечислю всех, там Bad Boys, Полесье. Херш бьет сверху на старте. Лавру вниз, нет. И шанс, что на нем двое висят. В итоге Журавель еще накрывает латушкой, и неспортивный фол для десятки. Сенка. Отличный кат от Казимирченко. Есть 2 балла. Вот со своей временной передачи. Махмаковский вход от Поклонского. Хорошая скидка. Лабар. Бэм! Лабар он фаер! Баскетболисты в темном. Вот, играть против Талова шоу. О, Херш отлично скидывает. Еще 2 балла. 5 подряд после передачи Херша. Ой, Журавля. А Касьянчик первым прибегает нападение.
Оба! Не на этот раз Ерш выбивает мяч на трибуну уже при первой передаче. Журавель не бьет или бьет? Бьет! Точно в цель бьет, сравнивается он с Лабером. Журавель еще три через Лабера. Далее Душка на подборе Денис вновь. Поклонска с Владимиром Сахмим. Еще подбор за Журавлем. Два подряд. Еще подбор за Журавлем. В итоге с третьего темпа Денис забивает. Не готов не в таком темпе. Лабер не бьет. На Казимирченко. Вновь на Лабера. Еще туда! У-ху! Тайм. Маковский по высокой радуге мимо. Касьянчик забирает решающий подбор. Теклео выигрывает регулярку. Заключительная глава сегодняшнего триллера — это Адани Серебрянка, вышка. Вот, слов боев, еще 3 балла. Спокойно переводит чужую половину, его никто не встречает. Пас в угол, Кратович из угла, бэээм! Саша прекрасно понимает, что замен почти нету. Дятликович спиной к кольцу, не глядя, по волейбольному забивает. Два, красивый момент. 12-1, плюс 7, тут же Огородников. Не успели с ним разменяться. Бугаев выгрызает на двоих мяч, скидывает на Корытко. Вести кружево атаки на круге слышно синей формы. В итоге Авраменко потерял Огородникова. И там на самом деле лакмусовой бумажкой будет именно вторая половина. Игнатьев не замечает Кратовича. Большую половину. Хорошая диагональ, касание. Еще один волейбольный пас. И два плюс один от Вадейка. Активнее начали работать в защите. Вот то, что я говорю, что это не хватает немножечко. У них Джонион на счету, Сотейка не прибывает двузначные. Тот, кто стреливается за Адани сегодня, Бугаев. Вторая классная игра подряд Вацлава. Казнев переводит свою половину. Натив здорово сейчас накрывает оппонента. У нас паритет, 8 минут играть. Кин. Хорошо. Перевесел сейчас всех. Козлов. С контактом через двоих. Сложный бросок. В итоге на подборе Дятликович. 2 плюс 1. Считать. Как будет 100%, да, с точки зрения спорткомплекса. Виталюр. Володькин залезает в краску. Успевает подставиться. По-моему, Козлов-то там был. Огородников. Из-под кольца еще 2. Плачены, везде борьба. Еще в отборе. В итоге Огородников забивает контактом через Дятликовича. Пробивает двузначник. Дрябцев с контактом. 2 плюс 1 считать. Кузьмицкий матч закончил. Дугаев теперь будет на победу. Дятликович с удара на победу. Мимо. Готовишь на подборе. Огородников нужно палить. Не успевают смотреть все. Дани